Характер человека проявляется в его привычках. Вот как только вы... У меня тут вектор вообще есть. Лайфхак, хотите, покажу, как выманить чувака? Смотрите. Давай, выбегай. Ага. Господи, а что, так можно было? И как его никто не убил? Как вам лайфхак? Оцените от 1 до... Ну, пусть будет плюс-минус... 5. Навскидку. Правда, я вообще не думал, что не так все будет. Но ладно. Типа так тоже норм. Zero Naku. Ничего себе. Кто этот воин? Мартис? Мартинс Би. А у меня ж ВСС была, а почему я не захотел воспользоваться ВСС? Хоп, касочка. Если бы в окнах были решетки 10, понял. Но, к сожалению, это не так работает. Как вы могли понять уже. Плейбокс. Ты трикаску находил уже, да? Пули X8. А, можно повесить? Нет, нельзя. Я-то думал. Эх. Пущено. Я-то думал, так можно сделать. Видите, как оно. Нельзя. Так, ну я считаю, мне надо кого-то убить нормально. Какого-нибудь типочка. Коллагерная. Жесть. За что так?
Мне надо за кариком идти. А, вон он смотрит. EPS или ВА? Слушай, на самом деле бейки потемнее будут, а EPS-ки супер светлые. Но вот G7 Monic из 2К мне очень сильно понравился. Что по отклику, что в принципе. Ну, наверное, по отклику больше всего. М24. А что, у меня еще не все, что ли, в этом? Как так? Топы были, да? В турике не был, почему? В резерве был. Это что за чугунная труба? Опа. Да как ты так дернулся некрасиво? Где я его не видел вообще? Я нашел Томпсон в дропе. Ща будет жарево. Вы помните, как Томпсон стреляет? Это просто уф. Тут где-то глушак лежал. Я видел прям. Это просто уф. Как он сбривал. А как мне стрелять? У меня что-то нахрен перекрыло, вы видели? Не моя вина. У меня просто перекрыло экран нафиг. Почему так? Куртка? Это куртка? Жесть. И чё, мне так бегать? Ну ладно. Ну, так лучше, чем с какими-то багами такими. А, теперь их тут двое, кстати. Мне нельзя тут больше находиться. Еще и красная зона, блин. Под меня прямо едет. Мимо? У
Ну, что-то... БХЗ? Но если мне сейчас чела просто попадет чел, то это будет не камильфо. Надо быстро взять. Оп, все свое. Как будто бы Томпсон-то и не бафнули даже, а просто его запихали в дроп. Так что манал, берем грозу. Я правильно делаю или нет? Что грозу беру? Ваши комментарии. Я возьму магазин, да. О, а я знаете, что могу сделать? А если я сделаю... Вот, к примеру, вот так вот. Оп. О, доехала! Домой просто! Ошалеть, кайф. Там чел с ВСС бежит, по-моему, если я не ошибаюсь. Я должен попасть. Мяу. Как я так промазал? Я что, мазила? Ну поэтому-то я должен попасть 100%. Не, ну ладно, 99. Ладно. 80. What? Ну что, мы на ноге подходим к этому дому. И вот тут сейчас будет опасно. Потому что тут опен. И если кто-то смотрит, то будут проблемы. Но мы такие проблемы хаваем на обед, на ужин, на завтрак, да? Это я не верю, что тут никого нет. Как это так? Какой кемп упустует? Ага, все.
закидал просто бедолагу. Сейчас еще будет ваншот этому типу. Давай, где он? Ваншот будем делать тебе? Сейчас загрится. Ну все, он больше не посмотрит. По нему еще справа напихивать стали отсюда откуда-то. Короче, это называется забей момент. Сейчас он по-любому перекинется на те окна. И вот тут у меня есть шанс. Не, я не попал. Грустно. Я бомбардир нафиг. Ну вот сейчас мне не хватает. Сам себя зафлешил нахрен 10 раз. Меня еще сзади кто-то закидывает. Ну чел прям максимально нагло сыграл. Молотов, имба. О нет! Чтоб меня. Я его не перестрелял. Жесть. Ну ладно, чел хорош. Давайте досмотрим, что он. Дело стовый был, все-таки хочется узнать. Турик выиграл кураж, леванты. Не, не в решетках дело. Зачем он сюда что-то дал? Кто из них выиграет? Ну, катка в любом случае хорошая была. Мне понравилось. Возможно, как-то получить, купить грозу и берил. Я не знаю, что это за скины. Но какие-то скины PGC можно купить на торговой площадке. Или ПКС. Короче, там рыщите. И Бахмету можете написать. Он тоже там скины какие-то продает. Не, ну...
Ну тут как будто бы ошибка. Бронзовый чел его просто стер. Это он с МКшки, так по нему. Бронзовый чел с МКшки на автомате. Ну ладно, красава. Умеет, магиот. Пикнул просто и расстрелял его с МКшки на автомате. Кайф. Так, сейчас урон не показывается в конце катки. Да, 21 килл должен был, по идее, быть. Ну ладно, всякое бывает.